В Сыктывкаре с единственным концертом выступил итальянский камерный оркестр «Камеристы де ла Скала». Свое выступление коллектив с мировым именем посвятил 200-летию Джузеппе Верди. Пригласить в Коми виртуозов ла Скала удалось благодаря гранту, который получил Республиканский театр оперы и балета. Кстати, билеты ценители итальянской классики раскупили еще за 3 месяца до концерта. Произведение великого композитора на языке оригинала услышала и Виктория Палкина. Публика спешит на встречу с виртуозами ла Скала. До начала концерта еще больше получаса, а в фойе театра уже десятки поклонников. Сыктывкарский зритель знаком с творчеством Верди по 4 оперным постановкам. Правда, на нашей сцене они шли только на русском. И вот появилась возможность услышать эти произведения на языке оригинала. Несмотря на то, что наш театр все-таки провинциальный и не слишком велик, здесь очень неплохая акустика. Я думаю, что мы сумеем понять все тонкости исполнения и по достоинству оценить игру музыкантов. Чарующий голос Кармелы Ремиджо завораживал сыктывкарскую публику. За 1,5 часа на сцене развернулся калейдоскоп из фантазий на тему Риголетто, партии Дездемоны из Отелло, Болеро Елены из Сицилийской вечери и арий из Травиаты. Я думаю, что пришел подготовленный зритель, безусловно, зритель, который любит классическую музыку, и зритель, который смотрит программу «Культура». Поэтому я уверена, что те, кто сегодня пришел на концерт, они, конечно, безусловно, и подготовлены, и ждут этой встречи с прекрасным. Уже после концерта Кармела Ремиджо признается, почувствовал, как от зрителя шло необыкновенное тепло и искренность. Сами ценители оперы назвали выступление историческим событием в культурной жизни республики. Некоторые ради него преодолели не одну сотню километров. Мы в свое время были в Италии, в Милане, были в самом театре ла Скала. К сожалению, там не удалось посмотреть никакое представление. Вот. Там только была репетиция. Только была репетиция, да. Ну, в общем-то, ощущение от ла Скала есть. Вот. Ну и была мечта послушать все-таки знаменитых исполнителей, поэтому и приехали. Концертом в Сыктывкаре виртуозы ла Скала завершили свое российское турне. Следующим вечером они выступали уже на родной сцене в Милане. Виктория Палкина, Георгий Горин, телеканал «Юрган», Сыктывкар.